Ну, вот это как бы непосредственно завод. Так. Уже вот забыл. На первом этаже тут отдел был. Так, сейчас помню. 32-й, что ли. Занимались ребята там электрикой. Ну, оснащением, разработками, оснащением ракетных установок и разного рода противотанковых там ружей и все такое. Ну вот дальше уже там корпус 13-го цеха. Так, что-то я уже немножко, ну да, в принципе, там как раз на втором этаже был отдел, где я больше всего провел времени. Это отдел ремонта станков щипов. Ну, в принципе, там меня и сделали таким, как я сегодня есть. Жаль, что на завод нас, наверное, не пустят, чтобы мы и там снимали. Тем более есть что снять в сравнении. Ну, наверное, как раз поэтому и не пустят. Ну да ладно.